ними захоплюються, милуються. Якщо вже спробували, то не можуть зупинитись. Справді, бально-спортивні танці, вони настільки людей можуть захопити, що потім усе життя вже починаєш з ними жити і не знаєш, як же ти раніше жив без цього. Бально-спортивні танці – це і спорт, і мистецтво два в одному. І ми сьогодні з вами будемо говорити про великі досягнення, то про тих майстрів, які багато чого зробили в цьому мистецтві, які змогли, спромоглися своєю силою, своїм ось таким баченням танцю довести усьому світові, що вони можуть іще краще. Олександр Красношлик сьогодні у нашій студії, суддя міжнародної категорії ВДСФ, керівник танцювально-спортивного клубу і організатор міжнародних змагань. Тобто багато чого вам доводиться робити в своєму житті, в своїй кар'єрі. Пане Олександре, а як взагалі ви ставитесь до танцю? Це спорт чи це, можливо, вже мистецтво? Як зараз до цього ставиться увесь світ і ви особисто? Ну, по своїй суті, звісно, я думаю, що це, прежде всего, іскусство. Друге діло, що форма, в якій люди, займаючися цим іскусством, пытаются развиваться, встречаются друг с другом, показывают друг другу свое искусство. Но эта форма сейчас, конечно, приобрела уже вид спорта, развилась. И танцевальный спорт на сегодняшний день является официально признанным видом спорта и пытаются его включить даже в программу международных олимпийских игр. Уже много років, до речі, про це говорять. Я вже не знаю, коли станеться. Уже есть, уже был включен в программу всемирных игр несколько раз. Вот, то есть процесс идет. Насколько это хорошо и правильно, видимо, определит время и рассудит тех спорящих, которые никак не могут поделить, спорт это или искусство, и в каком виде это должно происходить. Но в любом случае, я думаю, что, на мой взгляд, это прежде всего искусство, а вид соревнования только должен помогать развивать это искусство. Ну так, звичайно. Але ж люди, які готуються до змагань, вони із себе вижимають, витягають вже все, що в них є. Вони сидять на паркеті годинами, можуть навіть нічого не їсти, там п'ють воду і танцюють. Все. Тобто це от таке життя, життя на паркеті. Так, да, это жизнь на паркете, и поскольку это подготовка к соревнованиям, то как и в любом виде спорта, особенно если это соревнования высокого ранга, они, конечно, требуют очень серьезной подготовки физической, подготовки психологической. Но на самом деле я знаю примеры, когда люди месяцами, как вы говорите, сидят в зале, тренируются с утра до ночи, вот, ограничивают себя в разных физических удовольствиях, но это может дойти до такой степени, что, в принципе, спортсмен может перегореть и на самих соревнованиях уже не показать того результата, к чему готов. Поэтому я знаю примеры, когда буквально за день, за два до ответственных соревнований, таких, например, как там чемпионат Европы, мира и так далее, спортивные пары просто переставали заниматься танцами, ходили в кино, в театр, отдыхали. А це вже тренер вирішує. Хватить, уже вдосить. Ти вже потренувався, іди відпочинь трошки. Чи ні? Ну, чи вони для тих, хто старше, наверное, вони самі рішають, а для тих, хто младше, наверное, це должен видеть тренер, тому що, конечно, младший неопытный танцор, он не може определить для себя, в каком он состоянии находится. Ну, а взрослые, конечно, это могут, и если они чувствуют, что нужна определенная разрядка, то они ее получают. И скажу вам, что часто это абсолютно правильно, потому что для того, чтобы выйти на паркет, тело их уже готово за многомесячные тренировки, вот, а чтобы психологическое состояние позволило этому телу хорошо станцевать, ему
нужно это психологическое состояние где-то взять. И нет ничего лучше, чем самые обычные простые вещи в жизни. Поїсти морозиво, сходити в кіно. Ну, кому як, так? Кому ще більше подобається. Конечно. І отримати задоволення, вийти на паркет і просто станцювати так, як вже тобі хочеться. Так, ну, видати ті 100%, які ти можеш, можливо, і плюс. От кажуть, наприклад, старт плюс. Так? Це все, що спортсмен зробив, і ще і плюс – те, що він може зробити. Конечно, это совершенно верно, потому что на самом деле все соревнования зависят, конечно, во многом от организатора, от судейской бригады, от диджея, который обслуживает и создает музыкальную программу, от зрителей и самого места проведения, в котором это проходит. Но на самом деле главные участники любого танцевального спортивного соревнования – это сами танцоры. И ту атмосферу прекрасную, которую подготовил организатор, все равно наполняют только спортсмены и зрители, которые воспринимают их танец и их искусство. И чем лучше подача и создание этой атмосферы, тем более незабываемым будет зрелище и для зрителей, и для участников, и даже для тех судей, которые оценивают ці соревнування. Пане Олександре, я от зараз останнім часом помічаю такі видозміни в танцювальному мистецтві, в бально-спортивної програми, в тому, що такі вже цікаві пари, які вже є чемпіонами, вони собі дозволяють вийти з якимось танцем довільної програми і показати щось, ну, таке от цікаве зі своєю музикою, зі своїми особливими елементами. Тобто це не такі класичні, так, які вже є, а вони щось можуть іще і додати. Чи, як вважаєте, це може так бути? Чи не псують вони от тієї всієї програми, закладеної у всьому мистецтві, у спорті? Ну, ви зараз самі відповіли на свій вопрос, якщо це не портить всього самого главного. Мені подобається, але ж, можливо, судді вважають інакше. Так, коли це не портить всього самого главного, то, звісно ж, це приветствується. І всі спортсмени дуже високого рівня, танцори, исполнители, вони і прежде всего развивают наш танец как вид спорта и искусства. И потом все остальные смотрят на, что они делали, как они делали, и сами стремятся себя развивать. Потому что я, конечно, думаю, что наш вид спорта не есть каким-то остановившимся, а он есть развивающимся, и вид спорта, и искусства. И если все только ограничено правилами, то тогда, скорее всего, искусство и спорт не будут развиваться. И что-то необходимо все время привносить в будущее, на перспективу. Но главное, чтобы это было правильным по сути, правильным и красивым по своему содержанию, было корректно по отношению и к зрителям, и к судьям, и к другим участникам соревнований. Тогда я думаю, что это только приветствуется. Ну, в последнее время, я, кстати, скажу, все достаточно много и часто описано правилами проведения соревнований. Так, дуже для танцоров, уже да. И все это хорошо знают, но и сами судьи, на самом деле, они тоже понимают, где, в чем можно немножко отступить. Трошки свободы. И это хочется. Признак таланта и хорошей подготовленности. А где это просто нежелание соревноваться и неуважение к своим соперникам, судьям так, и зрителям. От я, знаете, про що ж і хотіла запитати, бо знаете, як часто буває, десь хтось дозволив собі такої свободи, так? Дозволив тому, що хочеться себе проявити, а судді можуть сприймати це, ну, так, не дуже добре, бо не виконана основна програма, наприклад, якоїсь категорії. Возможно, я думаю, что тут важный вопрос – это тренер. Мы сейчас говорили о танцорах, о судьях, и не говорили сегодня о тренерах. Хотя мы все прекрасно понимаем, что это одно из главных лиц в нашем спорте. Як тренер поставить танец, так і буде. Тренеры и учителя. И думаю, что задача тренера – воспитывать изначально в танцорах это самое уважение к их соперникам, судьям, зрителям и организаторам. И если это происходит так, то думаю, что все, что происходит, все, что привносят танцоры от себя, это как раз не выглядит от себя тиной, а выглядит искусством.
А, ось як, так? А скажіть, пане Олександре, як ви тренуєте своїх учнів? Що ви хочете їм дати в програму? Чи це класичні якісь елементи? Чи, може, зараз вже з часом з'являються нові? На кого ви дивитесь? На кого рівняєтесь? Чи є ті світові, можливо, ну, такі переможці, світові танцюристи, які вже показали щось своє і хочеться на них подивитись і теж зробити якийсь цікавий номер, наприклад? Безусловно, є такі дуже яркі личності в танцювальному світі, многократні чемпіони, непобідімі, навіть як їх називають, які 10 або більше разів становились чемпіонами світу. И среди любителей, и среди профессионалов. Это звезды, которые знают весь мир. И на них, конечно, в первую очередь равняются. Но все зависит от того, какого уровня и к какому уровню соревнований готовится пара, и какого уровня она сама. И тренер должен думать, конечно же, прежде всего об этом, что необходимо показать танцору на предстоящих соревнованиях. И уже исходя из этого, тренер строит программу подготовки, пытается максимально объяснить танцорам, что они, от них требуется. И, как я уже сказал раньше, если это воспитано годами, изначально правильная подготовка на правильных основах, потому что все эти чемпионы, все в один голос говорят, что прежде всего должна быть правильная основа, и нельзя много привносить в танец чего-то личного, что совершенно противоречит нашему основным критериям спортивного бального танца, задуманного как вид искусства. Ну, звичайно, і спорту. Якщо це спорт, так, то ми ж чому ми будемо там щось придумати? Звісно, але ж коли вже вони відтанцювали свою основну програму, тоді можна щось, можливо, і додати. Чогось цікавого, якихось там елементів, можливо, так, які раніше безусловно, не зустрічалися. Да. У нас, поскольку вид спорту і іскусства зрелищний і показательний, і присутствует при этом достаточно много зрителей, учитывая нынешние технологии, каждый может смотреть у себя это даже на смартфоне, то, безусловно, это является частичкой шоу некоего, не только как спортивные соревнования. И в этом смысле участие танцоров, которые понимают, что спортивные соревнования не есть, они закончились, и все дальше нужно жить, возвращаться в танцевальные залы и чем-то поддерживать и вдохновлять себя. Конечно, себя и других, те зрителей, которые пришли. Конечно, это часть шоу, где можно придумать и поменяться партнерами, партнершами на какой-то танец или что-то технически новое из себя в своей программе показать. Это, конечно, всегда приветствуется, но, видимо, уже после проведения соревнований показательные танцы, награждения, бывают шоу с участием зрителей на очень многих турнирах за границей. Прям в перерыве между соревнованиями и турами зрители выходят на паркет десятками и сотнями и танцуют под эту же музыку. И думаю, что в этом и есть смысл нашего вида. Так, звичайно, спорта. Хочеться, щоб більше людей намагалися танцювати, щоб вони отримували задоволення, отримували радість від такого виду спорту і від мистецтва, того, якого, те, яким можна заразити усіх. Так, насправді, дуже такий класний спорт. Там є не лише елементи, так, а є ще і щось, що ти можеш виразити. А чи наостанок хочу запитати вас, чи є ті спортсмени, от, по яким одразу видно? Ну все, оце чемпіон. От він в майбутньому може бути чемпіоном. Приходять до вас от маленькі, ви зразу скажете, так, оцей буде танцювати, він буде переможцем, я його можу зараз взяти на свою опіку і зробити з нього великого чемпіона. Чи так, чи це не зовсім, не завжди так? Вообще для меня это так. И приходят дети, и не только дети, и взрослые,
Конечно, мы смотрим сначала, какие физические данные и может ли, достаточно ли человек скоординирован, достаточно ли хорошо у него все складывается с музыкой. Вот, но когда все эти критерии на месте, и таких людей достаточно много, и детей, конечно, тренер смотрит и выбирает. И тогда уже включается фактор внутреннего состояния человека. И это внутреннее состояние, открытость, желание что-то из себя отдать для других. И это доставляет удовольствие самому танцору. Конечно, это приветствуется, это очень приятно. И это хочется развивать. И каждому тренеру потом увидеть на большом паркете, как говорится, среди лучших исполнителей такого ребенка или взрослого. Якщо исчерпуючий відповідь для вас. Так, я вам дуже дякую, пане Олександре. Насправді, хочеться, щоб більше було перемог і у нашому житті, нашого міста, міста Дніпра, бо ті змагання, які є на сьогоднішній день, їх багато досить таки. І у нашому місті проводяться міжнародні змагання, це дуже завжди приємно. І це все об'єднує людей, які приходять подивитись і на спорт, і на мистецтво. Хочеться, щоб більше цього всього було. І, насправді, хочеться, щоб більше людей танцювали, так? Це спорт, це здоров'я, це взагалі така розрядка на кожен день, і вона повинна приносити задоволення. Я вам дуже дякую, бажаю великих успіхів, і приходьте до нас ще, ну а ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин. Дякую большое за приглашення.